Здравствуйте, коллеги! Всех приветствую на актуальных трендах Wall Street. Давайте для начала уточним состояние нашей связи. Хорошо ли меня слышно, видно, если это так. У меня индикаторы все показывают на моем, так сказать, в моей студии, что все отлично, звук идет. Картинка вроде бы тоже. Если у нас трансляция аналогичная, да, как, так же, такая же, как у меня, звук и картинка у вас идет. Отпишитесь, дайте знать, чтобы я понимал, что вы меня слышите, вы меня видите, и мы можем спокойно начинать с вами работать. Так, я тогда присаживаюсь. Вот такое небольшое приветствие сделал. Это у нас, собственно, курс актуальный трендовый кит, ежедневный анализ рынка. Так, давайте тогда перехожу плавно в наш чат. И жду ваших сообщений, оповещений, приветок, точек, галочек, плюсов, кому как удобно. Здравствуйте, Сергей, вижу, подключились. Наталья, также вас приветствую. Все, супер, тогда можем переходить непосредственно уже к нашей работе, да, приступать и рассматривать тренды. Итак, переходим, я прячусь, небольшой наш с вами стик. Итак, вот буквально сегодня вот сработало две отложки от наших уровней. Дальше обсудим суть входа, да, в чем плюсы, минусы, вот то, о чем вчера с вами обсуждали. А сейчас давайте перейдем непосредственно к ситуации, которая у нас имеется на по рынку. Так. Итак, что мы сейчас с вами видим? Ну, как видим, доллар постепенно у нас уже успокоился, все его снижение, которое ранее у нас было постепенно закончилась. Сегодня видим уже с вами коррекцию, то есть немножко мы остановили наше движение. Точку, откуда мы должны были с вами развернуться, мы определяли на уровне 99. К ней мы еще как минимум не дошли. То есть здесь, исходя из технического анализа, еще нам падать и падать. То есть достаточно большое и далекое количество. Но э, на сегодня доллар немножко укрепился. Как видим, ну даже я его по всем фронтам немножко попродавал, да, небольшими объемами. Вот поэтому это как раз таки то, что рекомендовал вам раньше, на прошлой нашей вчерашней трансляции, сегодня что-то вот куда-то начинает постепенно идти. Вот, поэтому в целом по индексу долларов ситуация аналогичная вчерашней, пока что мы из этого затяжного тренда еще не вышли, я думаю в целом тренд пока что у нас будет по доллару продолжаться, да, и возможно еще дальнейшее, дальнейшее снижение, да, то есть к уровню 90 мы в принципе, ну, вполне спокойно можем с вами продолжать наше свободное падение. И где-то возле него уже вся эта ситуация может постепенно завершаться. То есть возле фигуры 99. Да. Пока что, в принципе, видим на текущий момент доллар немножко восстанавливает силы. Немножко разворачивается, показывает небольшое, так сказать, плюсовое значение на сегодня. Прям с 99.50 мы откатываемся к 99.81, то есть 30 центов коррекции мы даем. Вчера, вчера после вот этого затяжного снижения, в принципе, дали больше, чем даже норму. Целых 90 пунктов, то есть достаточно большое движение, да, на фоне выборов в, во Франции, на фоне определенных там заявлений со стороны правительства Великобритании, о том, что будут перевыборы в парламент. В общем, дополнительные какие-то у нас шатания да, происходят на рынке, что в целом приводит вот таким вот сильным движением, в частности, по фунту и по доллару. Непосредственно, когда мы переходим к евро-доллару, мы помним с вами, что мы говорим всегда и торгуем именно от опционных уровней. Вот, и рассматриваем в качестве торговли только работу с ними. Вот. На текущей неделе мы с вами установили следующие зоны. Локальные, так сказать, недельные уровни мы с вами определили. Это 0,665, 0,693. Как видим, успешно на, при, вчера мы сумели их преодолеть. Да, то есть первый, второй наш уровень сумели, так сказать, сломить. Если первый локальный уровень в понедельник еще каким-то образом себя а, показывал, более-менее прилично, уже вчера он уже перестал работать. То есть со вчерашнего дня я во время эфира как раз-таки небольшой объем продал, но, как видим, с небольшим стопом в принципе закрылось. Сегодня утром, вернее не утром, а буквально в 3 часа дня перед одним из своих эфиров, а именно рынку баров, я как раз таки сделал сделку, поставил здесь отложку, ее успешно схватили. Вот, посмотрим, чем завершится наша, так, я без стопа вроде бы, да, чем завершится вся наша вот эта ситуация по евро-доллару. Я думаю, что в целом наш с вами уровень мы должны удержать и небольшой такой вот откатик покажем. Вот, цели, куда я вижу, но ну, это к ближайшему опционному уровню, то есть где-то примерно ну, к этой зоне, ожидая в принципе снижения. Возможно, немножко дальше вниз посмотрим, в зависимости от ситуации, буду оставаться, либо буду выходить, уже узнаем немного позже. Вот, а на сейчас пока что евро-доллар остается вблизи своего такого более-менее вменяемого опционного уровня месячного, да, который, как видим, что-то какую-то энергию проявляет, то есть его вроде бы активно удерживает и что-то, какое-то сопротивление здесь чувствуется. Посмотрим, сможет ли это увенчаться успехом или завтра успешно пройдем, пробьем его и идем дальше выше. Пока что ну, не ясно, но в целом позиция есть. Я есть в рынке. Думаю, со вчерашнего дня, кто успел, да, то зашел. Мы как раз таки на вчерашней трансляции этот уровень отмечали. То есть, в целом, пока что посидеть можно немножко дальше, да, вниз. Пока что на текущий момент этот уровень ну, ну, остается актуальным. Посмотрим, что у нас будет дальше. Пока что сижу. Сделки. То есть, опять же, зашел с помощью авточертиста. Авто, Определили волатильность, и как раз-таки, вот граница волатильности проходила у нас в этой зоне. Как видите, к ней мы успешно подошли и уже назад улетели. Вот. В целом, как-то примерно так. То есть, ну, безусловно, не все сделки у меня супер классные. Да, вот вчера, к примеру, как видите, стоп сняли, сегодня заново перезашел. Посмотрим, что у нас получится дальше. Пока что остаюсь в рынке. Текущая ситуация следующая. Значит, опционный уровень у нас пока что остается актуальным. Этот ближайший, да. Внизу, безусловно, на покупку пока что уровни находятся значительно ниже. Да, и к ним нам еще снижаться и снижаться. То есть, как минимум, ниже шестой фигуры мы смотрим покупки. Пока до шестой фигуры значительно далеко. Так что пока что мы остаемся без каких-либо покупок в евро-долларе. Что самое интересное, что когда мы обсуждали, когда можно сделать покупки, мы видели, что мы нырнули ниже шестой фигуры фигуры, активно здесь начал работать покупатель и вытолкнул цену вниз. Теперь стоит самый главный вопрос, будет ли этот уровень уже в дальнейшем удерживать продавец и будет ли он здесь защищать каким-то образом свои интересы и будет ли цену толкать вниз. Мы увидим это немножко далее, то есть какое развитие событий у нас будет дальше продолжаться. Пока что на текущий момент, ну вот какое-то сопротивление он показывает, какие-то действия, да, проявляет. Посмотрим на чьей стороне будет, на покупателей либо на продавца сила, то есть это время только рассудит, да. Но пока что от этого опционного уровня присмотрим пока что продаж, да. Поэтому на сейчас от этих уровней, от выше 0,7 18 смотрим сделку на продажу покупки пока что я не вижу как-то примерно так вот такая вот в принципе логика у меня присутствует значит дальше по фунту были вчера с вами свидетелями вот такого вот экшена да а именно экшена в порядка 350 пунктов, мы с вами улетели, да, после этого все у нас сегодня вроде бы стабилизировалось. Как раз таки вчера во время нашей с вами трансляции я говорил о том, что ну уже не пытайтесь сегодня продавать фунт, потому что мы полетим еще выше. Как раз таки во время нашей вчерашней трансляции, ну было просто огромный у меня соблазн, думаю у вас также в том числе, начинать шортить этот фунт, да, то есть вылетели мы в космос и где-то примерно во время трансляции мы вот где-то вот в этой области находились то есть вроде бы какие-то пин-бары да пошли то есть price action нам твердит хлопцы продавайте да но я говорил вам о том что рано во время таких скачков нужно еще немножко подождать как видите то что я вам говорил в принципе имело смысл прислушаться к этому потому что вот такие сильные импульсы, которые очень часто, так сказать, ну, можно сказать, неадекватные да, импульсы происходят, они происходят еще с таким вот добоем. То есть этот добой характеризируется тем, что ну, игроки пытаются сбить ближайший максимум и следующие за ними ближайший максимум. То есть мы вчера, так, стоп, мы вчера, так, эти максимумы, как видите, все позбивали. Вот, у нас был ближайший максимум. То есть мы вчера просто, так сказать, отметились во всех категориях. Сбили недельный максимум, месячный максимум, ну и годовой тоже вместе с ним тоже взяли. Да? То есть все позбивали, все, что вообще можно было снять, и мы успешно преодолели да, все эти максимумы. Успешно позбивали и торгуемся намного выше, да, и вот сейчас как раз-таки мы находимся выше всех, ну, all-time high, да, так сказать, за последние как минимум, ну, 9 месяцев или это точно, вот. Поэтому на сейчас, в принципе, те, кто хотел э, сидеть, я же как раз-таки вчера говорил о том, что скорее всего и этот максимум будет шибать, то есть выносить лишних пассажиров, да, чтобы легче потом было идти вниз. Соответственно, всех лишних ребят уже, я думаю, вчера успешно похоронили, да, то есть все маржинколы, колы, которые можно было только собрать, их успешно собрали вот этой вот свечкой, вот этим вот импульсом, который был у нас вчера, так, что мне метатрейдер немножко шалит, да, Весь, вот этим вот импульсом вверх у нас немножко его всех позбивало и уже мы можем постепенно здесь либо будет проторговка, от которой в целом будем уже смотреть шорт. То есть пока что его можно набирать, уровень от, от которого можно интересно, вот лично мне было бы дополнительно добавку сделать да, в позицию, это уровень 28.64. Да. Не факт, что конечно же дадут этот уровень, но если будем к нему подходить и вы без позиции, от этого уровня можно присмотреть продажу. Вот. Я наверное добавлять не буду сделку, вот, но если добавлю, то возможно немножко по выше, ну либо вблизи где-то этого уровня, вот. Стоп, опять же, от границ волатильности. Смотрите, то есть добавьте на график авточартист и уже от границы волатильности, от ее края, за нее прячьте стоп. То есть, как минимум, М30 или H1, если вы торгуете более длительные периоды, да. Поэтому ориентируемся на авточартист, когда ставим с вами наши с вами стопы. Так, я думаю, в целом, по фунту немножко ясно, да, ситуацию, которая есть. То, что я ну, непосредственно сейчас вижу. Помимо этого, вот по отчетам СОД, Которые в дальнейшем также буду вам показывать, также там не будем них углубляться, в целом наблюдалась картина на протяжении всей недели о том, что потихоньку крупные участники рынка также постепенно набирали позиции на покупку. Я думаю, в целом вот этот импульс даст возможность говорить о том, что ну, мелкие трейдеры начнут постепенно набирать, набирать позицию в лонг, да. Я думаю, что наш лонг постепенно уже завершается, да, то есть эффект этого лонга постепенно уходит на нет. Я думаю, в дальнейшем здесь будет виднеться только шорт и от этих уровней буду продавать в частности уровень 26 28 64 то что я вам говорил раньше от него можно будет присмотреться на продаже вот если у вас другое мнение по фунту отписывайтесь я буду рад с вами пообщаться по какому-либо вашему мнению будем обсуждать и говорить так значит следующая ситуация вчера с вами давайте добавим разделитель а стоп не, по, не переношу в безубыток, чтобы волоть. Ну, это, в принципе, вот это, вот это движение, которое сейчас есть, ну, это чисто шум. Я думаю, скорее всего, к, моему, к моей сделке еще раз мы поднимемся, где-то возле нее будут ходить, да. Поэтому, в целом, я ожидаю как бы более сильного снижения, ну, как минимум, куда-то вот в эту сторону, да. Поэтому вот эта сделка, это, ну, то, то, что сейчас, смотрите, у меня здесь, ну, прибыль там, сколько, 36 баксов, да, то есть это сколько у нас а, в пунктах, пунктах это 24 пункта. Но ну, в целом, но ну, это, ну, я хочу взять побольше, да. Поэтому, соответственно, пока что цель, как бы, даже ее, там, так сказать, половина цели не отработает. То есть, если бы мы были хотя бы по цене 20 7, 27 и ну, спустились бы немножко ниже, хотя бы вот этот вчерашний импульс мы бы поглотили, тогда да, есть смысл стоп передвигать ниже, да, немножко ниже его скинуть. До этого времени, ну, я пока что не вижу смысла передвигать стоп, то есть, если будет шум, я не хочу, чтобы просто меня вынесли, я опять повторно перезаходил в рынок. Вот как-то примерно такая логика, поэтому стоп я пока что не передвигаю. Вот, а поставляю на том уровне, который там раньше мне давал авточертист. Вот, а переходим к валютной баре доллар. Как видим, наш опционный уровень. 108.3 мы успешно удержали, то есть всю эту нашу целую зону, к нему был такой подход, вчера вам эту зону отмечал, сегодня ночью прям был к ней подход и на азиатской сессии мы уже вынурнули от этого уровня, как видим здесь покупатель успешно удерживает этот уровень, даже если чисто смотреть по технике, то у нас даже сформировалась так называемая фигура двойной дно, двойного дна, да, двойное дно, бог ты мой, вот, то есть подход два минимума, вот мы успешно их удерживаем, вот и от них отталкиваемся, то есть что-то наподобие двойного дна у нас есть, то есть в принципе хорошая разворотная фигура, а, опять же барьер у нас здесь присутствует на уровне 109 и 18, то есть я думаю, если тренд у нас будет нормально развиваться, то я думаю успешно мы его пробьем и пойдем дальше, то есть как минимум в зону 110 мы успешно сможем вернуться, поэтому от этого уровня я вижу покупки, продажи не вижу, почему, потому что думаю, что если будет импульс от нашего уровня, я думаю, скорее всего он будет, имеем все шансы улететь повыше, то есть хотя бы ну, к 110 фигуре, то есть где-то вот в старую нашу область, то есть мы имеем все силы на то, чтобы туда уйти. Поэтому в целом пока что ожидаю повышения вверх и продажи не вижу, но локально можно от максимума даже в текущих в принципе формировать наши с вами продажи, покупки вернее, бог ты мой, продажи, извините. Валютные пары доллар-иена, то есть от этих локальных максимумов можно Потихоньку продавать. Опять же, если тренд будет сломлен, а сломлен он будет тогда, когда мы сможем перебить хотя бы один максимум и закрепиться выше него. То есть, как видите, сегодня у нас выше максимума закрепиться не получилось. То есть, поскольку не получилось, я думаю, скорее всего, все приведет к тому, что мы пойдем на определенный дополнительный забор ликвидности и уже дальше пойдем постепенно вверх. А, на Чикагской бирже поддержка на уровне 108,1. А, да, 108,1, возможно. Оно и так, я просто более а, и, так. Александр, вы делали поправку на forward point или нет? Это очень важно, потому что 108.1 это хорошо, но эту цену могут и не дать. То есть, к ней может быть и не быть вот этого нашего с вами подхода. То есть, либо сделку раздробить на несколько частей, да, и заходить кусками, да, по 108.3 и добавку делать на 108.1 и потом уже добирать. Просто может быть такая ситуация, что просто не дадут эту цену, и то есть, как бы она есть, все супер, но сделки это и, и, не будет, потому что не будет цены. То есть, нужно как бы смотреть в динамике, то есть, как видим, да, у нас был подход к 108.1, его удержали, как видите, к, видите, к нему не подпускают. Это супер, если будет подход и можно будет дополнительно добрать, да, но как видите, сегодня этого подхода не было. Это и не факт, что будет он завтра. Поэтому обращайте ну, свое внимание, ну, как раз таки, и делайте небольшие поправки. То есть, либо более точно подсчитайте, то есть, то, точно ли у вас получился 108.1. Так, значит, по валютной паре доллар-иена резюмирую. Я вижу покупку от уровня 108 и 3 можно немножко подтянуть, скорректировать 108.35, где-то вот так вот 108.3, 108.4, где-то вот в этом диапазоне можно присматривать покупочку, да, вот, стоп от авточертиста, то есть H1 зона в принципе вполне будет адекватна, то есть в моменте вы уже посмотрите, то есть за границу волатильности спрячете свой стоп и будет вам счастье, да в принципе эта сделка достаточно хорошая, здесь не поставил отложку и как видите мы подошли в 0.0 не был возле монитора и соответственно сделку, ну как бы я бы здесь не делал, да вот, то есть подошли возле этой зоны мы активно интересно торговались а дальше уже мы вверх ушли. Ну, вот, поэтому ну и без сделки, то есть не было у меня отложки здесь. Так, следующий наш актив это валютная пара австралийский доллар американец. Вот, то есть австралиец меня в принципе постепенно начинает радовать. Мы опять дальше движемся к нашему уровню, к нашей 75-й фигуре. Мы все время с вами давно ä, говорили о ней, о том, что у нас здесь есть хороший опционный уровень. А для тех, кто подписан у меня на TradingView, я опубликовал также в частности эту идею. То есть, ну, когда мы сегодня валились очень хорошо прямо к этому уровню, я думаю, блин, нужно писать, чтобы те, кто не читает на TradingView, сразу же ну, могли увидеть и, собственно, вспомнить, да, так сказать. Поэтому сегодня в этот момент, как видите, у нас какой-то небольшой толчок произошел, да. В целом, на текущий момент, я думаю, наш уровень сохраняет актуальность. Мы можем, конечно же, посмотреть и, так сказать, его скорректировать. Давайте вместе посмотрим сейчас на австралийцы, что мы сейчас имеем. Почему мы по нему видим эту сделку, почему она актуальна, почему я именно говорю о том, что в столице можно с этой точки покупать. То есть это, мне кажется, очень хороший пример да, в плане покупок. Итак, секунду. Вот, минутку. Так, вот что у нас сейчас с вами есть. Так, австралийский доллар. Секунду, а, майский контракт, все супер. А, так, 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 так. Значит, смотрим. Вот. Мы смотрим на опционные контракты по австралийскому доллару. Вот, смотрите, у нас сконцентрирован такой большой синий такой объемчик, да, на уровне 76, но это объем именно продавца. Выше 76 фигуры, мы ранее на прошлых с вами трансляциях отметили уровень, он находится у нас здесь вот. От него смотрели продажку, но к нему, видите, мы даже не смогли более-менее внятно дотянуться, то есть к нему было еще очень и очень далеко. На сейчас, ну конкретно на сейчас, мы уперлись в следующий наш уровень, который возле него, то есть который не менее так сказать, активный, на нем есть открытый объем, как видим, объемы торгов по нему также проходит, вот, но не столь значительный, который бы хотелось, да, но все же он присутствует, то есть это опционный уровень со страйком 75,5, и вот именно с ним мы сейчас работаем, то есть видим, уровень достаточно хороший, объем здесь также сконцентрирован, достаточно хороший, объем также присутствует у нас здесь, и поэтому, соответственно, мы смотрим от него покупку. С учетом опционной премии, это у нас как раз таки получится уровень 75,5. Если я сейчас немножко пересчитаю, почитаю более, так сказать, подробненько, вот, 75,5, да, ну вот как раз так и это то, о чем я вам говорил. Сейчас, секунду. А, м -м -м, сейчас я переведу на Форекс котировку, да, нашу с вами. Так, секунду. FTP. Так. Так, пока в моменте трансляции отписывайтесь. Возможно, какие-то вопросы у вас остались. Так, т-т-т-т-т, э, супер. Так. Да, в принципе, пока что, ну, ничего у нас не изменилось. 74, э, 94. Вот наш уровень, то есть, в принципе, то, что у нас и было раньше. То есть, если быть прям вот очень-очень точно, 74, 94, вот какой у нас сейчас уровень на данный момент есть. То есть от него можно смотреть покупки. Вот давайте ближе к нему. Я как раз таки поставлю свою отложку. И от него буду присматриваться к позиции на покупку. То есть этот уровень на данный момент для нас является актуальным. И от него я буду смотреть покупки. Пока что к нему мы не дошли. Идти к нам, к нему достаточно еще ну, есть. Расстояние. Да, ну, вроде бы небольшое, 15 пунктов, но мы так тут что-то плавно-плавно не можем к нему подойти. Поэтому, когда будет к нему подход, а я думаю, этот подход, скорее всего, будет, от этого уровня я как раз таки буду смотреть покупки. Соответственно, стоп также буду прятать за границу волатильности, это авточерти. И на трейдингью эта идея уже опубликована. Поэтому я жду этой цены и от него уже буду, собственно, формировать позицию. Пока что, ну, соответственно, в столице без сделок. Но такая идея у меня присутствует. Вот. Так, перевожу взгляд на наше с вами общение. Так. А, так, Александр, я Франк не смотрю. Почему? Потому что Франк, по сути своей, да, это является ну, в целом зеркальным отображением валютной пары евро-доллар, да. То есть в целом, если вы, вы определяете какой-то там уровень по валютной паре евро-доллар, да, к примеру, шорт от уровня 0,717 либо 0,720. Даже аналогично смотрите примерное значение ну, у нас с вами по франку. Как видите, у нас евро-доллар резко начал уходить в коллекцию, да, и, соответственно, доллар франк вот что-то стабилизировался. То есть по доллар франку можно такой же уровень выделить, это уровень 0.9964, то есть где-то примерно вот возле вот этой зоны как раз-таки и находится наш определенный барьер, который и не пускает нас, да, в дальнейшем вниз туда. Поэтому если от него и покупать или проводить какие-либо сделки, то, соответственно, можно их делать именно от нашего с вами уровня. От уровня 99 ,6. Вот уровни 99,6. Вот как-то примерно так. Ну, доллар-франк в целом полностью зеркальное отображение евро-доллара. То есть, как видите, они вот доллар-франк падает, евро-доллар растет. Ну, то есть полностью зеркальное отображение друг друга. Импульсы вот эти все коррекции. То есть они полностью идентичные. Ну, очень, так сказать, видите, вот здесь тоже такая коррекция вниз. То есть возможно также фильтровать определенные сделки по валютной паре доллар-франк. То есть смотрите, допустим, вот здесь мы подошли, видите, мы хай сбили. То есть вот у нас заход вверх по евро-доллару. Вот подход. И вот наш максимум, и мы его сбиваем шпилькой, видите. Сбили, собрали стопы и ушли вниз. В этот момент у доллар-франка силы таких вот не хватило, чтобы это произвести. Видите? Вот мы стоп не взяли стопы не собрали, мы с хай не сбивали. То есть это говорит о том, что в целом по евро-доллару хватило сил, а на доллар-франк уже нет. Да? То есть опять же полное несоответствие одного актива с другим. Да? То есть если бы движение было бы одинаковое, и один стоп, и другой стоп сбивали, все отлично, можно говорить, что в целом какой-то тренд у нас там начинается. Да? Но когда по одному сбивает, а по другому сил уже не хватает, покупатель давит, да? А, покупает доллар, удерживает доллар, соответственно, можно говорить о том, что у нас есть несоответствие, это с несоответствием можно торговать, а при том, это еще несоответствие на опционном нашем уровне. В принципе, хорошее, так сказать, стечение обстоятельств, которые в целом можно использовать. В таком плане, да, доллар-франк можно использовать и в таком плане рассматривать, но таким, но ну, я его просто не торгую. Вот. Так, отлично, значит, по доллар-иене и австралийскому доллару разобрались. Следующий наш актив это золото. По золоту мы с вами определили нашу основную точку и нашу первую цель, от которой мы будем что-то делать и предпринимать какие-либо решения. Это 13.04. Возможно, в целом ну, наша зона немножко будет скорректирована, где-то там примерно 13.02 и так далее. То есть в целом от нее можно дождать какого-то дальнейшем уже изменения. Но пока что, пока что. Мы остаемся без позиции, поскольку мы не достигли нашей целевой точки, от которой мы будем продавать. И сейчас, так сказать, в плавном падении то есть невесомости мы находимся ни вашим ни нашим то есть в целом диапазон мы сохраняем и никуда не движемся поэтому а, я сейчас остаюсь без позиции и жду более качественных цен более таких сказать лакомых для совершения сделок то есть не хочу заходить раньше времени выше а, уровня 1300 буду уже делать сделку вот как помните ранее мы уже на протяжении последних с вами там, полугода, как только у нас начался весь наш тренд, говорили о том, что супер, золото растет, нужно его будем покупать. Первую точку, которую мы говорили, обсуждали, целевая, это 1300. К ней мы успешно практически подошли, и думаю, от нее уже можно будет начинать постепенно грузить и заходить в продажи. Вот, будет очень хорошая сделка. Я думаю, что-то наподобие вот такого мы там можем ожидать. Вот какое-то хорошее затяжное снижение, можно в принципе от этого уровня ждать, и я думаю, оно в целом будет. Поэтому ждем более качественных цен и уже будем заходить по золоту. Покупки, к сожалению, я здесь не вижу, потому что считаю, ну там внутри дня можно что-то придумать, но позиционно покупки не вижу и с покупками вам бы не рекомендовал лезть, поскольку у нас здесь тренд постепенно начинает засыпать, движение у нас начинает утихать уже, и как видите, вот эти все импульсы, которые идут, да, они уже не такие вот сильные, то есть минимумы не держат, да, то есть, видим, покупатель не активничает, вот, видите, минимум каждый уже ниже предыдущего, то есть, ну, видите, все, не давит покупателей вверх, то есть, все у нас постепенно останавливается, начинается болтанка. Как раз-таки, это первая болтанка, она свидетельствует о том, что тренд у нас может измениться, и заход выше 1300 можно будет использовать для позиций на продажу. Так, переходим к нашим фондовым индексам, давайте посмотрим, что у нас внутри дня происходит. Так, наша цена открытия и наш старый с вами добрый паттерн. Вот сегодня прям с азиатской сессии мы активно двигаемся вверх. А, наш вчерашний уровень, который мы вчера отмечали, вот уровень открытия себя хорошо на закрытии сессии показал. То есть то, о чем я вам вчера говорил, а, подход к этому уровню. Я уже в этот момент уехал домой, да, был дороги, поэтому без позиции остался. А в вашем случае, то есть давайте посмотрим, как мы вчера отработали. Опять же, кто остался возле монитора и смотрел за графиком, мы как раз таки говорили о том, что ребята, хлопцы, смотрите за ценой 53.78. Как ним, к ней мы хорошо подошли, ее удержали уже перед практически закрытием сессии за 2 часа, вернее за 3 часа и уже успешно удержали уровень открытия и от него уже откатились вверх. Вот, наш паттерн хорошо себя показал, Хотя немножко поздновато, да, уже в 7 часов пол 8 вечера. Но в целом его можно было отрабатывать. Давайте посмотрим, что сегодня у нас по NASDAQ присутствует. Значит, открылись мы сегодня с вами по цене 54.12. Вот, был у нас с вами этот импульс. И, как видим, к цене открытия даже мы не подходили. То есть в целом пока что здесь торговать нечего. Если будет до конца дня подход, но я думаю, к ну, сожалению. Скорее всего, вряд ли, потому что, как видите, у нас очень хорошая динамика, хорошо мы растем, и вряд ли мы будем в эту зону откатываться. Вот. Но если откатимся, можно от 54.12 в рамках внутри дня совершить такую сделочку, но я не думаю, конечно же, что будет эта цена на сегодняшний день. То есть сегодня, в принципе, у нас, да, все хорошо, мы стремимся вверх, и все, в общем, отлично и оптимистично. То есть дальше, дальше вверх мы движемся, и сделки пока что внутри дня у нас нет. Так, дальше давайте по S&P 500. Какая динамика у нас с вами здесь? Значит, открывались с вами по S&P 500. Вот мы, а, вот наша точка. Как видим, SP500 пробивает цену открытия. За NASDAQ он не хочет спешить, да. И в общем цену открытия не удерживает рынок и проваливается ниже нее. То есть, если бы вы заходили, скорее всего, здесь бы был бы стоп. Да, но я думаю, что, скорее всего, это будет более обманный маневр, и дальше мы возле этой цены открытия будем торговаться. То есть, опять же, посмотрите сейчас после нашего эфира, как мы будем удерживать цену открытия. Вот видите, у нас идет подход, и сейчас будем смотреть, кто у нас будет активничать в рынке, покупатель или продавец. По логике вещей, если мы пробили цену вниз, открытие, то, скорее всего, в рынке присутствует покупатель, и он должен цену открытия удерживать. Как видите, он пытается оттолкнуть. Если течение 20 минут эту цену не удержит, да, и не будет какого-то отскока дальше вниз, а будем здесь болтанку смотреть, то есть в целом заход выше этой цены можно будет использовать для покупок. Если сможем удержать цену, да, тогда супер, можно будет заходить на продажки. Отлично, Дмитрий, что все поняли, совсем разобрались. Поэтому я а, уже скоро буду собираться домой, заниматься другими своими делами. Поэтому вам рекомендую смотреть за ценой открытия. В частности по S&P 500, как мы дальше себя будем вести. Вот, по DAX сегодня меня а, манило и дурили весь день. Мою отложечку не взяли. А, цена открытия у нас сегодня была... Вот такая вот такая вот красивая ситуация 12.010 мы сегодня с вами открылись цену как видите успешно удерживали все утро и уже где-то вот в этой точке после того как прокрыл открыл гроза, попил кофе ну уже видел что цена ушла да поэтому на сейчас ну и дальше поставил отложку но ее не взяло да то есть не было подхода к этому был подход но у меня отложку с не хватило чтобы взять да то есть вот наш уровень Немножко его кольнуло уже к, к обеду. Так, коллеги, возможно пропал звук. Давайте я заменю наш аккумулятор. Оп, секунду. Так, на каком моменте наш с вами звук пропал? Вы уточните, пожалуйста. Сейчас я поставлю. Так. Так, я вас слышу. Так, все супер, мы со звуком можем общаться. Итак, второй момент, давайте уточним, на чем я остановился, где вы меня не услышали. Так, звук ок, я заменил аккумулятор, все, можем идти дальше. Так, экранчик смотрим. Отпишитесь, чтобы вам было не ясно. Наверное, на Франции мы остановились с вами, да, а именно на цене открытия да, нашей с вами. Так, еще раз давайте тогда уточню по французскому индексу. Квит цена открытия себя очень хорошо сегодня показала. Был один подход к ней. И после этого мы успешно удержали нашу цену открытия и дальше плавно начали ползти вверх. То есть очень хороший момент, супер, классно, Кити паттерн хорошо себя отработал. То есть я считаю, что в принципе возьмет в рынок, будет норм. А у вас по DAX 11897. А, так, ну 11897 это достаточно далеко, 11897, да, это ну, ну это да, я вижу, что возле минимумов поставить, но ну, не факт, что мы сможем туда дойти, да, так глубоко, поэтому если хотите более динамично торговать, торгуйте DAX внутри дня, вот, а именно цен открытия, как видите, мы цен открытия сегодня вот так вот плавненько, красивенько удерживаем. То есть покупатель держит цену на сегодняшний день, он есть в рынке, и, как видите, он достаточно хорошо сопротивляется и борется с рынком. А, по Франции ситуация получше, да, выглядит, то есть мы сразу же оттолкнулись от нашей цены открытия и полетели вверх. А, глобально, глобально, но ну, здесь, безусловно, пока что вниз. Ну и где-то вот возле вот этих наших с вами уровней, возле 49,60, там уже можно будет и смотреть покупки, но не раньше. Как-то примерно вот возле этих уровней можно уже присматривать покупки такие позиционные хорошие. Пока что нет. Вот, позиционно не вижу. Но внутренне можно цены открытия работать. Так, давайте идемте дальше. С вами шагаем, что у нас есть по Евростоку. Так, по Евростоку аналогичная ситуация. Мы открываемся и улетаем в космос. Вот, открылись с вами и даже к цене открытия мы не подобрались. Есть, видите, покупатель не пустил к цене открытия. То есть, если, к примеру, по Франции такой подход у нас был сегодня, то по нашим с вами Евростоку такого подхода даже не наблюдалось. Вот как-то примерно так. То есть, все строго, стабильно и красиво. Да? Поэтому Смотрите, также вот это все соответствует, можно как использовать. Вы открываете, к примеру, рынок и э, чертите для себя цены открытия. В нашем случае прочертили цену открытия по евростоку, прочертили цену по французам, прочерти, прочертили цену по Даксу. Что вы видите? Вы видите цену открытия, видите, как работают вообще все индексы и какая в общем динамика Да, у нас. А, так, Леонид, а, торгуем следующим образом: мы отмечаем с вами цену открытия, так, где мы открылись, ожидаем примерно час, если это фондовые индексы Европы, если это американские индексы, ждем полчаса. После этого мы торгуем на отбой от цены открытия, то есть происходит подход на цену открытия, мы ставим с вами отложку, в нашем случае это buy, и ждем к ней подхода. Если Происходит подход к ней, цепляет нашу отложку, ожидаем где-то 15-20 минут. Если в течение этого времени цена не, от, ну, не происходит отскока от уровня, мы выходим со сделки. И, и все, и стоп небольшой. Либо за ближайший минимум ставим, либо посмотрите на динамику волатильности, там добавьте авточертист на график, чтобы он, собственно, вам расчертил, где самый оптимальный вариант будет заходить. Вот. Второй момент: когда вы торгуете несколько таких вот фондовых индексов европейских, смотрите, вы можете анализировать один, второй, третий. То есть перед вами ну, присутствует Евросток, перед вами присутствует Франция, и перед вами присутствует DAX. Да? Соответственно, что вы видите, значит, здесь орудует покупатель, ну, держит прям сильно. По Евростоку это основной индекс это как э, поводырь да, рынка. Он ведет весь рынок, и на него можно как основной индекс ориентироваться. То есть, если он растет, то скорее всего и остальное все будет расти. Как видите, основной ориентир для вас будет как раз-таки цена открытия. Как далеко мы ушли от цены открытия и как мы с ней работаем. Как видите, по Евростоку у нас утром, когда в 10.30 был вот этот вот залет по всем. Да, инструментом. Такого залета по евростоку не было. Да, мы откатились, но мы даже к цене открытия не дошли. По французам, да, этот был подход вот 10.30 и мы как бы пробивали цену открытия. Но по евростоку явно был покупатель и он давил. Это означает, что, что в целом, если давят поводыря, то он за собой вытянет все остальные индексы. Понимаете? Но если, допустим, поводырь Ныряет вниз и уходит, прибивает. То скорее всего и наш с вами а, французский индекс также уйдет вслед за ним. Вот как-то примерно такая логика по такому принципу, собственно, я и анализирую, дополнительно добавляю такой анализ. Вот по ибексу, как видите, тоже утянули ибекс, дальше, дальше вверх. Цена открытия сегодня мы хорошо с ней обращался, э, испанцы, да? То есть был к ней подход, вот этим укольчик сделали такой небольшой в 10:35 и после этого Полетели дальше вверх. Ну, то есть о, хороший паттерн сегодня хорошо себя показал испанский индекс Ibex, то есть хорошо себя удержал, то есть в принципе хорошая также сделка была бы. Футси последнее время не очень радует, особенно после слов Торезы Мэй о перевыборах в парламент. То есть все, что можно было, мы посносили, и второй день подряд мы успешно падаем. Вот, то есть вслед, дальше, дальше постепенно снижаемся, еще закрываемся одним отрицательным днем. Вот, посмотрим, как будет дальше. То есть когда такая вертикаль, я обычно ну не торгую этим индексом. Почему? Потому что очень сильная волатильность и либо после нее динамика продолжается либо мы затухаем и вообще нечего ловить то есть как это происходит сегодня вот видите не вашим не нашим просто очень все тихо то есть тех кто хотел вчера торговали а сегодня все отдыхают вот либо уехали отдыхать на дачу да и все значит по нефти последнее время особо не акцентирую на ней внимание потому что сделки таковой не вижу поэтому вам ее пока что и не говорю вот в целом по э, инструментам тем что мы обсуждаем у меня все вот, если у вас есть вопрос, обязательно пишите. Также, конечно же, однозначно всех вас жду себя на странице на TradingView. Давайте я вам скину ссылку на нее. То есть это такой мой так называемый блог, а... так, где я публикую свои идеи. Вот, соответственно, можете подключаться, можем с вами общаться. Вот одна из последних идей, буквально секунду. А, так, сек, значит... М -м, так, все, это ссылка вот на мой тренинг Ю. Подключайтесь, буду рад с вами общаться. Соответственно, дальше вы найдете мой профиль. Вот, поэтому всех жду, подписывайтесь, будем с вами общаться, там сразу же сделки буду публиковать, вот вкратце их небольшое описание, то есть в момент трансляции мы не всегда можем, ну мы выходим, так сказать, по расписанию, но иногда на рынке бывают сделки, поэтому чтобы их не пропустить, подписывайтесь на TradingView, будем общаться и обсуждать все эти моменты. Так, в целом по рынку у меня все, так, то есть все, что хотел ä, вам рассказать, я рассказал, давайте проверю сам ссылку. Да, вот, видите, отлично, все, можно подключаться, смотрите, слушайте. Вот мои идеи, вот. Так, все, супер. Итак, жду ваших сообщений, вопросов, комментариев и так далее уже непосредственно в наш чат. Давайте отработает, как думаете. Давайте посмотрим австралийский доллар на каком таймфрейме вы нашли треугольник. Я так думаю, вы его, наверное, вот наш с вами треугольник, да, наш 4. Так, вот, вот эта вот формация. Ну да, в целом, смотрите, что-то на треугольник у нас с вами похожее, да, но давайте вспомним, что вообще такое треугольник. Треугольник, ну, в прост, самом простом понимании, то есть если просто даже не чертить линии, это серия минимумов, и максимум, который ну, подходит все ближе и ближе к друг другу, да, в нашем случае, если мы будем от этой точки считать, да, но тут как бы они не подходят, они тут, тут они расширяются, а тут они сужаются, да, то, скорее всего, это не треугольник, а какая-то немножко другая формация, но если в этом плане, то да, в глобальном характере, да, скорее всего, этот уровень будет пробит, и мы пойдем дальше вниз на снижение, но не сразу же, да, то есть от этого уровня мы будем торговаться, от него мы будем отбиваться, и в принципе до конца месяца мы имеем все шанс его удержать. Опять же, это не Грааль, это не самый такой мощный, классный, крутой уровень, который 100% будет удержан, но я думаю, скорее всего, у нас есть шансы на то, чтобы его удержать, да, то есть какой-то а, там откатик, какую-то коррекцию от него словить, да, Поэтому в целом, если будет опять же к нему подход, я думаю, в, ну, в рамках того, что мы торгуем там каких-то там 50-100 пунктов, мы однозначно с вами заберем. А, до этого момента в глобальном, так сказать, понимании, я думаю, скорее всего, да. То есть ну, здесь есть шансы снижаться, и как минимум туда ниже, ниже, ниже мы будем падать. То есть к 70 и ниже пошли. То есть как минимум к 73 фигуры мы, думаю, сможем снизиться. Но пока что в рамках текущей ситуации среднесрочной, там, 1 день, там, два, три недели. То есть, в принципе, мы можем, в принципе, от него отбиться и улететь. Но глобально, да, этот уровень не такой так сказать, железобетоны, от которого нужно продавать квартиру и продавать австралийский доллар. Нет, однозначно. Вот, поэтому, соответственно, сразу же вам об этом говорю, вот, что в глобальной ситуации, да, вот в рамках там день, два, три отработает, но в рамках месяца, я думаю, скорее всего, нет. Так, я думаю, Дмитрий ответил на ваш вопрос. Ну, мы просто же не можем торговать с вами по месяцу, ждать подхода к тому или иному уровню, да, поэтому, чтобы торговля у нас была более динамичная, да, соответственно, обсуждаем с вами более, так сказать, близкие по времени сделки, те, которые могут реализоваться и что-то нам принести. Так. Отлично, Дмитрий, был рад ответить на ваш вопрос. Так, а у кого какие позиции вообще по рынку? Кто, где, как? Так, все молчат, я вижу все миллионеры, никто не хочет делиться своими сделками сейчас у нас, да, хорошо, я вас понял, ладно, тогда э, на сегодня, в принципе, у меня все, то, что вам хотел, я с вами делюсь, я не жадничаю, да, все, что вам хотел рассказать, я рассказал на сегодня, да, поэтому переключаюсь на свой фейс. Вот, так сказать, заключительное, последнее слово. Вот, на сегодня у меня в целом все, то есть, то есть по рынкам мы с вами все обсудили. М -м -м -м, жду вас всех завтра в это же время в 17.30 актуальный тренды Wall Street, все как и раньше. А -а, помимо этого завтра в... В 15.30 будет мой курс по авточертисту, уточняю по актуальным трендам в 17.30 актуальные тренды, в 15.30 авточертист. Поэтому всех вас жду. Подключайтесь, будем общаться, обучаться и так далее. А второй момент, что уже с следующей недели будет стартует мой курс. Именно стратегия, конкретно по торговле от опционных уровней, как я их считаю, как я их смотрю, где что, как работает. Поэтому в целом подключайтесь. Буду рад со всеми вами общаться. А на сегодня у меня все. Курс будет именно во вторник, 25 числа в 15.30. Подключайтесь, будем общаться. И второй момент. На сегодня все. Вот как-то примерно так. Все, что рассказал, все хотел рассказать. Вот. Уже сегодня немножко подустал. Вот. Так, отлично. Значит, вопросы вижу, смотрю, нету. Да, конечно же. Сейчас, секунду. В... Стратегия основана на опционных уровнях, уже в этот вторник, 25 числа, она будет у нас, так, секунду, вот ссылка на мой курс, поэтому буду рад всех вас видеть, вот, а на сегодня в целом у меня все, был рад встрече, был рад всех вас видеть, посмотрим, как закроются позиции, которые у меня уже открыты. Вот, все, жду всех вас завтра. Подключайтесь, кто не успевает, запись идет. Я выложу после нашего эфира все на YouTube, поэтому можете смотреть. Там записи в целом есть. Анализ рынков и Альпари в Киеве. На сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание. Отлично. Все, всем спасибо за внимание. Был рад всех вас видеть. Побольше вам профитных сделок и меньше ловите властей. Всего вам доброго. До свидания. Так.